Найс. Ура! Азы получились. Фаница на поверку. Окей. Ай, чувак. Вот если бы он отпустил бы... Блин, меня блочит. Найс. Nice. У меня мячик в воздухе остался висеть. И телепортнулся потом на мою машину. На повторе. У тебя так же? Нет. У меня в Рамбле была такая штука, когда мяч замораживали, и у меня на повторе он оставался в воротах лететь. Блин, взорвали. Оп, не схватил сирену. Неожиданно. Ну да. Ну, челик что-то тупанул, ему, наверное, на стенку надо было лучше ехать. Он его плохо взял, он катился с ним. Не повезло. А эти... Не говорят, ну... Блин! Не тогда отпустила. На стенку ему не задавать заех. Любители есть. Да не вижу ничего из дымка. То же самое. Блин, я думал, он остановится не будет. Ай. Что ты как-то шустро это делаешь? Да что шустро? На самом деле это очень легко. Я вообще удивлен, что типа мало народу это умеет. Ну, не знаю, все время в другие стороны кручу, не туда, куда надо. А надо, чтобы носик у машины был вперед. И тогда все хорошо будет. Эй, кто с пути не взорвался? А, мне пинать нафиг. Едь. Хоть куда-нибудь едь. Найс. Собралась. Аккуратненько так, оп. Моё. Да в смысле я? Я должен затормозил. Ты серьезно? Тебе реально сюда нужен ранкет. Да, да, да. Прямо режим ван лап просто. А ты W или S нажимаешь? Я W нажимаю. Ну и то есть получается вперед флипаюсь. S можно нажимать, когда машина задом стоит. Ну, вперед летит, короче. Ой. Кто-то меня бампнул. Все-таки моё. Да, блин, знаешь. Чё ж я так фигово выкидаю? Ну, главное, что на половину уже хорошо. Не схватил. Да, пнули.
Вот это плохо. Опять мимо летит. И опять мимо. Ну близко, близко. Не в ту сторону. Найти. Найс. Круг такой. Мне вот этот режим тогда и летом очень понравился. Был прикольный. Но он динамичный. Только единственное, эффекты мешают очень. А в смысле не взорвался, я его пнул прям со всей дури. Найс. Спасибо. Отпускай ты мячик, челик. Я вот не мог забрать, но что-то не получилось. Ты вдвоём не слил. Нет. Угу. Всё, я поехал, пока. Там никто не едет. Едет. Блин, не видно. Пробуешь? Нет. Не знаю, я что-то не то делаю. Ты носик вперед и прям дэш вперед. Так же. Найс. Бразил. Ну как раз 0-0 осталось. Последний челлендж выполнен. Как долго грузилось. Угу. Что-то вообще с серверами какая-то вообще да проблема. Зачем? Я бы сейчас всех троих перепрыгнула. Ладно, ничего страшного. Действительно. Всего лишь 100 очков, ну подумаешь. Он плохо его принял, мячик. Ой. Ничего не видно, господи, ему станет. А что? Эй, он его выхватил. Да и что, забей? Выехал такой. Да. Он растерялся. Ладно. Хоть забил, хорошо. Так, ладно, не схватило. Смотри. Так, это нельзя давать. А, в смысле, он так подпрыгнул? О, молодец, молодец.
А отстаньте. Забрали. Че он там делает рядом с тобой? Не знаю. Кто? Что? Ай. Кто? Что? Ну вот, еще один зашел, тот не умеет читать, в общем, типичный лох. Как они вообще сюда заходят? В чем заключается неумение читать, я так и не понял. Я типа смотрел, что там написано в правилах, но там ничего полезного. Ну, чтобы роль получить, нужно нажать на иконочку. Ну, это роль Rocket League, но она же не всем нужна, нет? Не Rocket League, для всех новичков. Я сейчас с тобой проведу инструктаж. Для всех новичков, кто приходит на сервер, им нужно нажать на мышеловку. Им автоматически выдается роль подписчика. Пышонка. Ничего себе. Но для этого нужно прочитать правила. Именно в этих правилах написано, как получить доступ к всему серверу. Ну, это я видел. Ну ладно, чё. А мышеловку не видел? Нет, реально не видел мышеловку. Сейчас вот специально после игры зайду, пересмотрю. А у него, наверное, недоступна она уже, да? Эта темка. Ну, сейчас исправим. Лёва, выгонишь его? Если выгонишь и обратно он зайдет, то... А можно роли забрать, да? Да, я роли забрал. Нету больше у Хардеса модератора. Наказан. Я не попал. Это молодец. Все? Быстро. Я не успел наиграться. Да что ты говоришь? А че они вышли? Не знаю. Найс. Ура! Азы получились. Не вылетело. Ну, могла мячик отпустить. И все. Не доеду быстрее. Бейгл. Найс. Прям на меня прилетел. Мячик. Тебе дали сейчас ассист. Почему мне тогда не дали? Ну это дискриминация. Почему там два ассиста не дали? Пора вступать в общество феминистов. Ой. Блин, я думал... Ничего не вижу. Не успеет объехать. Вот, в смысле, ну вот взорвал, а мяч не взял. Вот. Где мяч? Нет. Не в ту сторону! Я жадилка. Чего ты? Жадина я. Хорошо, что не отпустил.
Вот, коснулся шею. Ну тут было совсем легко. Блин, паркурный режим, не забирайте. Верните его еще и в рампит, пожалуйста. Рамки сюда, знаешь, какие будут ненормальные. Ну блин, зато весело. Сейчас все уходят. Спасибо. Присоединяется, уходит, присоединяется, уходит. Даже наш тиммейт ливнул. Да, от меня тоже тиммейты ливали, я сегодня играл. Я потом перестал поиграть уже в соло, такой, ну ладно, я постою. Нет, это очень быстро. Ну, пас. Ай. Вот, ассисты дали. Сейчас дали. А тогда не давали. Че, пожог ему, та-та. Ты смотри на него. Ой, дриблер, все понятно, дриблер. Ты видишь? Взял назад ее. Мышеловку не забудь посмотреть. Что-то я забыл. Чего посмотреть? Мышеловку. А. Бот, все плохо. Ботик, ну откинь хоть куда-нибудь. Или давай я у тебя схвачу его. Спасибо. Ира, пас будет сейчас. Ай, тень, сори. Верят? Я не рассчитал. А, здесь, откуда он тут вылез, блин? Я думал, все сзади ворот там катаются, а этот вылез. А, я не понял. Не пошло. Челик, забивай. Найс. Спасибо. С какой скоростью лопнуло? 124? Неплохо. Ну, такие не берутся, все понятно. Ира вырывается на первое место. Это противостояние. Да ну чё, отдай. А пути. Да ну, блин. Ладно, у меня еще полторы минуты, чтобы догнать. Я не поймал. Ай, да запинали, господи. Блин, у меня вот встанет. Чел. Полтора минуты, говоришь? Блин. Ага. Нет, ну в смысле? Окей. Сири, вот помог. Перекладина, алло. Что за дела? Чел, отдай. Отдай, говорит. Нет, успею. Нет. Да в смысле ты успел?
Да. Эй! А ну отдай мои очки. Эй, не выходите! Какие очки? Игровые. Не выходите. Я ничего не забрал, ничего не знаю. Забрал мой гол. Сливайте быстрее. Эй! Да, я. Чилик, тебе нужны очки. Не нужны тебе очки, Ира. У тебя хорошее зрение. Ода, ода. Нет! Да, блин. Дай мяч. Да, окей. Да. Замерзли.